Всем привет из Турции, столицы Турецкой Республики. Да-да, и сегодня я с вами, Виктор Фурсов, нахожусь в Турецкой Республике. Правда, сейчас не в Анкаре, а вот здесь сейчас поездка поближе к Анталии, в районе Денизли. А это район называется Пумукале. Интереснейший природный заповедник. Да, вот если видите, сейчас садится солнышко вечером, а там внизу такие огромные склоны известняковые, по которым в некоторых местах стекает вода, в некоторых вот она застывшая. Но вот такое здесь был историческое место. Здесь рядом находился город, который остался развалины. А вот там природный парк. Здесь рядышком Анталия. А вот там, кстати говоря, интересно, и под обрывом летают ласточки и стрижи. Да-да-да, вон там где-то там далеко под обрывом. Ну что здесь еще за животные? Здесь вот, кстати говоря, поют цикады. Уже попался один кузнечик для нашего друга Тараса Пушкаря. Его ожидает замечательный короткоусый. О, видите? И шумит вот птичка. Там вот. Вот-вот-вот. Тихонечко шумит. Куст вон там здесь среди деревьев. Тут растут разные можжевельники. Очень красивые, интересные кедры. Вот шумят птички. А также и пальмы. Потому что здесь южное место. Пальмы, вот они, можжевельники, которые им здесь по 200 лет. Кстати говоря, вот такие большие, как прямо огромные можжевельники. Так что тут много чего интересного для биолога, для энтомолога, да, даже просто для туриста. Пумукале — удивительное место, которое стоит посетить. Ну а с вами был Виктор Фурсов, Entomologist in Ukraine, а сейчас Entomologist in Turkey. Так что смотрите мой канал, видите, какие интересные места в Турции. Просто фантастически красивое. Ну что, видите, какой там закат красивый. Так что всем пока. Пока-пока. Из Турецкой Республики.